извинить, что разбудил. Я сын Костеляна замка. Эта деревня принадлежит замку. И тот, кто здесь живет или ночует, фактически живет и ночует в замке. А без разрешения графа это никому не дозволяется. У вас такого разрешения нет. В какую-то деревню я попал? Разве здесь есть замок? Здесь находится замок графа Вествеста. Значит, надо получить разрешение на ночевку? Разрешение надо получить обязательно. Разве можно без разрешения? А сейчас вы должны немедленно покинуть владение графа. Я тот землемер, которого граф вызвал к себе. На этом мои объяснения кончены. Спокойной ночи, господа. Я справлюсь по телефону. Меня зовут Шварцер. Я обнаружил некоего господина Карп, который спит в трактире на полу. Вместо подушки у него рюкзак. Конечно, это вызвало мои подозрения. Господин утверждает, что он землемер, которого вызвал сам граф. Необходимо проверить это заявление. Прошу вас справиться в центральной канцелярии и немедленно сообщить ответ. Да. Понял. Как я и говорил, никакой он не землемер. Просто гнусный бродяга. А может и похуже. Значит, ошибка? Мне очень неприятно. Как, звонил сам начальник канцелярии? Странно. А что же мне сказать господину землемеру? Угу. Граф у меня еще не знаком. Говорят, он за работу хорошо платит, верно? Об этом господин пусть не беспокоится. Да. Я не робкого десятка. Могу настоять на своем и перед графом. Сударь-то собирается жить в замке? Боюсь, что жизнь в замке окажется не по мне. Хочу всегда чувствовать себя свободно. Не знаешь ты замка? Кто такой? Граф? Нет, это Костелян. Красивый у него в замке Костелян. Сразу видно. Жаль только, что сын у него неудачный. Шварцер вчера наговорил много лишнего. Его отец всего лишь помощник Костеляна, да и то из самых низших чинов. Каков негодяя. Его отец тоже человек могущественный. Брось. Ты всех считаешь могущественными.
Нравится ли мне замок? Почему вы подумали, что он мне не понравится? Никому из приезжих не нравится. Вы, наверное, знаете графа? Нет. Как вы не знаете графа? Откуда мне его знать? Будьте осторожны. Присутствие невинных детей. Thank you.
Кто такие? Ваши помощники. Как, мои старые помощники? Это вас я ждал? Да. Это хорошо. Хорошо, что вы приехали. Однако вы сильно запоздали. Вы очень неаккуратны. Дорога была дальняя. Дорога дальняя? Но ведь я вас встретил, когда вы шли из замка. Да. Где у вас инструменты? А у нас их нет. Как, инструменты, которые я вам доверил? У нас их нет. Да знаете ли вы толк в землемерных работах? Не. Простите. Это мои помощники, и у нас сейчас совещание. Никто не имеет права нам мешать. Виноват. Виноват. Сегодня у нас пропал рабочий день, а завтра надо начинать пораньше. Поедем в замок. А это невозможно. Без специального разрешения в замок доступу нет. А где брать разрешение? Я не знаю. Вам пришел посыльный. Уйди. Освальд слушает. Кто говорит? Кто говорит? Говорит помощник господина землемера. Знаю, вечно этот землемер. Какой еще помощник? Йозеф. Йозеф? Но ведь помощников зовут Иеремия и Артур. Это новые помощники. Да нет же, это старые. Нет, новые. А вот я старый. Я приехал сегодня вслед за господином землемером. Нет. Так кто же я такой? Ты старый помощник. Когда моему хозяину можно будет прийти в замок? Никогда. Хорошо. Ты кто такой? Зовут меня Варнава. Я посыльный. Многоуважаемый господин, как вам известно, вы приняты на службу к владельцу замка. Вашим непосредственным начальником является сельский староста, который сообщит вам все ближайшие подробности о вашей работе. Вместе с тем я постараюсь не терять вас из виду, начальник канцелярии. Погоди! Подай ему пиво! Передай господину начальнику... Кстати, как его звать? Клам. Так вот, передай господину Кламу мою благодарность за его исключительную любезность. Передать господину Кламу вашу благодарность за его исключительную любезность. Я хотел тебе еще кое-что сказать. По-моему, не очень удачно придумано, что моя связь с замком зависит только от твоих приходов. Так что же, доложить начальнику, чтобы он наладил с тобой другую связь? Не через меня? Нет, это я так. И сейчас я тебя, к счастью, догнал. Не вернуться ли нам на постоялый двор, чтобы ты мне дал новое поручение? Не стоит, Варнава. Я лучше провожу тебя немного. Где мы? Дома. Дома? Тут всего 2-3 шага. Кто это с тобой? Варнава? Землемер. Землемер? Зачем ты пришел домой? Или вы живете в пределах замка? В пределах замка? Варнава, ты же хотела с постоялого двора идти прямо в замок.
Нет, сударь. Я хотел идти домой. Я только утром хожу в замок, я там никогда не ночую. Вот оно что. Почему ж ты меня не предупредил? Да ты меня и не спрашивал. Если тебе у нас нравится, ты можешь и переночевать тут. Разве я что-нибудь сделал не так? Садитесь к столу. Хлеб и сало уже нарезаны, пиво я сейчас принесу. Откуда? Из трактира. Проводите меня до постоялого двора. У меня там осталась важная работа. Я не иду на постоялый двор, я иду в гостиницу. Она здесь совсем рядом. Я пойду с вами. Господину землемеру разрешен вход только в буфет. Конечно. Он только провожает меня. Я бы хотел здесь переночевать. Гостиница предназначена только для господ из замка. Может быть, таково предписание? Но пристроить меня на ночь где-нибудь в уголке, наверное, можно. Господа из замка чрезвычайно щепетильны. Я убежден, что один вид чужого человека будет для них невыносим. Много ли господ из замка ночует сегодня у вас? Сегодня остался только господин Клан. Вы знаете господина Клама? Хотите видеть господина Клама? Тут есть глазок, можете на него посмотреть. Что скажут эти люди? Знаю ли я Клама? А ведь я его любовница. Любовница Клама. О, тогда вы для меня важная персона. И не только для вас. Вы уже были в замке? Нет, не была. А разве мало того, что я работаю здесь, в буфете? Может быть, мы могли бы с вами поговорить спокойно, наедине. А то смотрите, как все на нас уставились. Не понимаю, чего вы от меня хотите. Неужели вы хотите отбить меня у Клама? Да. Именно таков был мой тайный замысел. Теперь вы должны бросить Клама и стать моей любовницей. Что ж, теперь я могу идти. Ольга, идем домой. Когда я могу?
немного поговорить с вами. А я могу тут переночевать? Да. Именем Клама вон отсюда! Вон отсюда! Я сказала, вон отсюда! Фрида! А где землемер? Наверное, он давным-давно ушел. Но я его не видел, хотя все это время простоял в приемной. А его здесь нет? Может быть, он спрятался? Ну, на это у него смелости не хватит. А может, он спрятался здесь внизу? Нет, его здесь нет. За буфет отвечаете вы. Остальные помещения я обыщу сам. Спокойной ночи. Фрида! Фрида! Да разве я пойду к нему теперь? Нет, теперь я никогда к нему не пойду. А я землемером! Я землемером! Теперь мы пропали. Нет, пропала только я одна. Зато я тебя заполучила. Что вам тут надо? Ну, должны мы были тебя найти. Пришлось здесь всю ночь просидеть. Да, служба у нас не из легких. Вы мне днем нужны, а не ночью. Убирайтесь. А теперь уже день.
Почему вы не пошли вчера со мной к нам? Да еще из-за такой бабенки. Теперь мы можем идти. Я уже долго жду. Нельзя ли, госпожа хозяйка, отложить наш разговор? Подождите, пока я вернусь от старосты. Мне с ним надо обсудить важные дела. Это дело гораздо важнее, поверьте мне, господин землемер. По-моему, лучше всего нам с Фридой пожениться. Причем как можно скорее. Теперь надо подумать... Какие гарантии вы можете дать Фриде? Разумеется. Гарантии, конечно. Правильнее всего будет заверить их у нотариуса. Мне необходимо до свадьбы закончить еще кое-какие дела. Мне надо переговорить с Кламом. Никогда Клам с тобой не станет разговаривать. А с тобой он станет разговаривать? Тоже нет. Ни со мной, ни с тобой. Вы только подумайте, хозяйка, что он требует. Странный вы человек, господин землемер. Вы требуете невозможного. А почему это невозможно? Сейчас я вам объясню. Сейчас я с удовольствием вам все объясню. Клам — человек из замка. Это очень высокое звание. И что такое вы? Вы ничто. Вы чужой. Вы лишний. Вы всем мешаете. Нам неизвестны ваши намерения. А теперь представьте, чего вы в сущности требуете. Такой человек, как Клам, и вдруг должен разговаривать с вами. Для Фриды было большой честью, и я буду гордиться за нее до самой смерти, что он окликал ее по имени, и что она когда угодно могла обращаться к нему, и даже получила разрешение пользоваться глазком. И только одного не понять моей бедной голове. Как девушка, о которой говорили, что она любовница Клама, как она могла вам позволить дотронуться до себя? Да, удивительное дело. Thank you.
Дело в том, что нам землемер не нужен. У нас для землемера нет никакой, даже самой мелкой работы. Для меня это полная неожиданность. Могу лишь надеяться, что тут произошло какое-то недоразумение. К сожалению, все обстоит именно так, как я сказал. Ну как же можно? Неужели я проделал весь этот долгий путь, чтобы меня отправили обратно? Это другой вопрос, не мне его решать. Но объяснить, как произошло недоразумение, это я могу. Давным-давно я получил распоряжение. Мици! Мици, посмотри, пожалуйста, там в шкафу распоряжение. Я тогда только начинал службу и сохранял каждую бумажку. Кто там? Да это мои помощники. Не знаю, где бы им подождать меня. Ну так, мне они не помешают. Мици, ну, ищи скорее, пожалуйста. Впрочем, я могу вам рассказать всю историю без бумаг. Мы с благодарностью ответили, что нужды в землемере не испытываем. Но ответ, как видно, попал не в тот отдел, который... Назовем его отдел А. А по ошибке попал в отдел Б. И вот эта папка без документов попала в руки референту, который славился своей добросовестностью. Звали его Сардини, он итальянец. И когда мы получили запрос от Сардини, прошло уже несколько недель, если не лет. И мы лишь смутно помнили, в чем дело. Словом, могли ответить совершенно неопределенно, что ни о каком предписании мы не знаем и нужды в землемере не испытываем. Он спросил, почему это мне пришла в голову идея о том, что нам землемер не нужен. А я ему ответил, что первый этот вопрос подняла канцелярия. Тогда он спросил, почему я не упомянул о том предписании, о первом. А я ему ответил, что я только что о нем вспомнил. Он ответил, что это странно, а я ему, вовсе это не странно. Сардини, странно, потому что нигде этого документа нет. А я ему, конечно, нет, потому что он давно утерян. Сардини говорит, странно, потому что нигде нет отметки об этом распоряжении. И вот тут я опешил. Я даже предположить, представить себе не мог, что в отделе Сардини произойдет ошибка. И вот теперь представьте себе, господин землемер, мое разочарование, когда после благополучного завершения этой истории, а ведь прошло немало времени, вдруг появляетесь вы, и надо начинать все сначала. Тут происходит возмутительное безобразие. Не только по отношению ко мне, но и по отношению к законам. А себя лично я сумею защитить. И как? Этого я выдать не могу. Принуждать я вас не буду, но одного я допустить не могу, чтобы вас приняли в качестве землемера. Но я уже фактически принят. Да? Письмо Клама. Письмо Клама? Письмо Клама ценно и значительно из-за подписи Клама. Здесь она, кажется, подлинная. Это официальный документ? Это не официальный документ. Это частное письмо. Это не официальный документ. Это личное письмо. Одно то, что многоуважаемый господин говорит за это. К тому же тут ни слова не сказано о том, что вас приняли в качестве землемера. Тут говорится о графской службе вообще. К тому же вот это вот утверждение, что как вам известно, то есть... Ответственность за то, что вы приняты, полагается на вас. Тот, кто умеет читать официальные документы, этому человеку ясно все как день. Вы, господин староста, так хорошо разобрали это письмо, что от него ничего не осталось, кроме подписи на пустом листе бумаги. Ну что вы, тут надо бы все взвесить. Я сообщу об этом в замок. Не нужны мне подачки из замка, я хочу получить все по праву. Мицы, у меня опять разболелась нога. Нужно поменять компресс. Тогда разрешите откланяться? Конечно. Да и сквозняк здесь слишком сильный. Да. И чепчик тоже. Фотография, платок и чепчик. Три вещи, которые у меня остались от Клама.
Вы только подумайте, у Фриды, которая так долго встречалась с Кламом, никаких сувениров нет. А ведь я была у Клама всего 3 раза. Больше он меня к себе не позвал, сама не знаю почему. А когда это было? Больше 20 лет назад. Значит, вот как долго сохраняют верность Кламу. Понимаете ли вы, хозяйка, что от ваших признаний мне становится очень тяжело и тревожно. Только не надо сердиться. Я ведь и слова не сказал против Клама. Только объясните мне, уважаемая, как я смогу выносить в семейной жизни эту потрясающую верность Кламу? Ну, если, конечно, предположить, что Фрида в этом похожа на вас. Потрясающая верность? Клам однажды сделал меня своей любовницей. Как я могу лишиться этого звания? Вы спрашиваете, как вы перенесете такую верность со стороны Фриды? Да кто вы такой, чтобы осмелиться это спрашивать? Хозяйка. 3 раза он вызывал меня к себе, а 4-й раз не вызвал. Я не знаю, почему. О чем я могла думать в то время? О чем я могла говорить со своим мужем, за которого вскоре вышла замуж? Днем у нас времени не было, но по ночам. Годами мы разговаривали ночью только о Кламме. Почему он переменил свои чувства ко мне? Почему? Иногда во время этого разговора мой муж засыпал. И тогда я будила его, и мы снова продолжали этот разговор. Ну вот. Я вам откровенно рассказала все о себе, всю свою историю. А теперь я хочу, чтобы вы тоже откровенно сказали мне, что вы хотите спросить у Кламма. Но прежде всего, я хотел бы увидеть его вблизи. Потом услышать его голос. А потом узнать, как он относится к нашему браку. Что ж до его ответа, тут есть 3 возможности. А 4-й возможности вы не предполагаете? Что он не станет вас слушать, он просто развернется и уйдет. Это ничего не меняет. Я бы преградил ему дорогу и заставил себя слушать. Заставил слушать. Заставил льва есть солому. Тоже мне герой. Да что вы все время так раздражаетесь, госпожа трактирщица? Я ведь не навязываюсь к вам со своими откровенностями. Я только на вопросы ваши отвечаю. Да и говорим мы не о льве, а всего лишь о начальнике канцелярии. К тому же, допустим, уведи из-под носа льва его львицу, полагаю, что в его глазах я был бы достаточно значительной фигурой, чтобы снизойти хотя бы меня выслушать. Ну, конечно. Вы подойдете к Кламу на улице, представитесь ему. Он с удовольствием с вами познакомится, возьмет вас под локоток, и вы прогуляете с ним прямо до замка. И там по дороге вы изложите ему все свои пожелания. Да, что-то в этом роде. Я вам потом обязательно расскажу. Подайте ко мне мою юбку. Господин землемер, вы тот самый незнакомец, с которым я 2 дня назад разговаривал на площади у церкви? Да, господин учитель. Я пришел к вам по поручению старосты. Вы были с ним невежливы. Не помню, чтоб я был невежлив. Но мне было не до светских манер, ведь речь шла о моем существовании, оно под угрозой. Под диктовку старосты я составил небольшой протокол о ваших переговорах. Что? Протокол? Да еще составленный без меня человеком, даже не присутствующим при разговоре? Неплохо, неплохо. И зачем вообще протокол? Разве то был официальный разговор? Нет. Разговор был полуофициальный, но и протокол тоже полуофициальный. Он составлен только потому, что у нас во всем должен быть строжайший порядок. Во всяком случае, теперь протокол существует и чести вам не делает. Вы затем и пришли, чтобы мне об этом сообщить? Нет. Староста собирается сделать вам поистине великодушное предложение. Он предлагает вам пока что занять место школьного сторожа. Напрасно беспокоились, господин учитель. Мне и в голову не придет принять это место. Прекрасно, прекрасно. Значит, вы отказываетесь безо всяких оговорок. Хозяйка сказала, что терпеть тебя дома больше не желает. Если у тебя есть связи в замке, поскорее используй их. Потому что ты должен сию же минуту покинуть ее дом.
Конечно, я должна остаться. Если я уйду именно с тобой, хозяйка будет глубоко несчастна. Бедная женщина с больным сердцем. Ну как она могла поступить иначе, если все это грозит запятнать ее воспоминания о Кламе? Нехорошо все это. Очень неохота принимать мне это место. Уж одно унижение перед этим учительшкой чего стоит, а тут он будет моим начальством. Ах, если бы можно было побыть еще немного здесь. А вдруг мое положение за сегодняшний день изменится? Для себя-то я всегда найду, где переночевать. Хотя бы у Варнавы. Только не там. Пожалуйста, не повторяй таких слов. Во всем другом я готова тебя слушаться. Хочешь, мы откажемся от этого предложения? Но если ты сегодня ничего не добьешься в замке, то ты нигде даже для себя одного не сможешь найти ночлег. А если тебе негде будет ночевать, как же ты сможешь от меня потребовать, чтобы я спала тут, в теплой комнате, зная, что ты бродишь ночью на улице на морозе? Зато мы теперь окончательно договорились, господин учитель. Мы принимаем место. Хорошо. Но ведь место предложено господину землемеру. Пусть он сам и выскажется. Конечно. Он принимает место. Правда? Да. Вопрос оплаты будет решен только после окончания месячного испытательного срока. Но ведь для нас это очень затруднительно. Значит, нам надо пожениться без гроша, заводить хозяйство из ничего. Неужели нам нельзя обратиться с просьбой, чтобы нам сразу назначили хоть небольшое жалование? Нет. Такие просьбы удовлетворяются только по моему ходатайству. А я этого не сделаю. Выселяйтесь. Господин землемер, меня зовут Пеппи. Сразу после ухода Фриды меня вызвали сюда. Нельзя же было звать, кого попало. А что вам тут нужно? Фрида что-нибудь забыла? Да. Там в комнате она забыла скатерку вязаную белую. А, скатерку. Помню, помню. Красивая работа. Я ей помогала вязать. Только навряд ли она может оказаться там в комнате. А Фрида сказала, что может. Кто там живет? Никто. Если бы я знал, что в той комнате никого нет, я бы туда зашел и сам поискал скатерть. Но заранее ничего не известно. Например, Клам часто там посиживает. Его там наверняка нет. Он сейчас уезжает. Thank you.
еще долго будет. Что долго будет? Пока вы не уйдете. Это возмутительно. Как вы сюда попали? Я здесь жду кое-кого. Пойдемте со мной. Я не могу пропустить того, кого жду. Все равно вы его пропустите, останетесь вы или нет. Тогда мне лучше ждать его тут и не дождаться. Отгоняйте машину в гараж. Значит, Клам уже уехал. Да, конечно. Вы перестали его подкарауливать, вот он и смог уехать. Вы заметили, хозяйка, как он беспокойно озирался по сторонам? А может быть, он меня искал? Возможно. Мне это в голову не пришло. Раз нам тут всем вместе так хорошо и весело, я очень попрошу вас, господин землемер, дополнить мои документы кое-какими данными. Много же у вас тут пишут. Я Мом, секретарь Кламма. А теперь мне пора. Вам все-таки придется посвятить мне несколько минут. Всего 2-3 коротких вопроса. А мне неохота. Именем Кламма я требую, чтобы вы ответили на мои вопросы. Именем Кламма? Разве мои дела его интересуют? Об этом не мне судить. И уж тем более не вам. Однако в качестве должностного лица, назначенного Кламмом, я требую, чтобы вы ответили на мои вопросы. Господин землемер, хоть мне и противно разговаривать с вами, но должна обратить ваше внимание на то, что единственный путь, который может привести вас к Кламму, лежит через протоколы. И вы хотите отказаться от этого единственного пути просто так, из упрямства? Скажите, господин секретарь, значит, вы решаете, можно ли довести до сведения Кламма то, что я тут скажу? Безусловно. Зачем же тогда быть секретарем? Вот видите, хозяйка, оказывается, мне нужно искать пути вовсе не Кламму, а сначала к его секретарю. Так я и хотела помочь вам найти этот путь. Ведь кроме призрачной, почти несуществующей надежды, у вас ничего нет. Скажите, господин секретарь, верно ли утверждение хозяйки, что если я дам те показания, которые от меня требуются, я получу разрешение явиться к Кламму? Нет. Никакой связи тут нет. Речь идет о том, чтобы дать точное описание сегодняшнего дня для регистратуры Кламма. Описание уже готово, осталось только заполнить 2-3 пробела. С самого начала я ему твержу, что у него нет никакой возможности попасть к Кламму на прием. А раз никакой возможности нет, то и протоколы не помогут. Далее я ему говорю, что протоколы – это единственная служебная связь с Кламмом, доступная ему. Господин секретарь, а Кламм будет читать этот мой протокол? Зачем? Не может же Кламм читать все протоколы. Не лезьте ко мне с вашими протоколами, говорит он всегда. Господин землемер, ну зачем Кламму читать ваш протокол? Зачем посвящать его во все ничтожные мелочи вашей жизни? Спокойной ночи. У меня отвращение к любому допросу. Смотрите, он уходит. Не посмеет он уйти. Арнава, ты ко мне? К тебе с письмом от Кламма. С письмом от Кламма? Посветите. Землемерные работы, проведенные вами до настоящего времени, я одобряю полностью. Также работа ваших помощников заслуживает похвалы. Вы умело приучаете их к работе. Успешно завершите начатое дело, перебои вызовут мое недовольство.
Об остальном не беспокойтесь. Вы всегда под моим контролем. Варнава, погляди, что мне пишет этот господин? Его неправильно информировали. Я никаких землемерных работ не производил. Я все передам. Ты только обещаешь. Господин, я все передам. И то, что ты мне поручил в прошлый раз, я тоже обязательно передам. Как? Ты еще не передал? Разве ты не был в замке на следующий день? Нет. Что ж ты наделал, Варнава? Разве ты не знаешь, что дела Клама важнее всех остальных дел? Ведь Клам не ждет никаких известий. И даже сердится, когда я прихожу. Он, как увидит издали, что я подхожу, так встает и уходит в соседнюю комнату. И меня не принимает. Если я передаю поручение, то только по своей доброй воле. Давай не будем сейчас спорить. Вот мое поручение. Землемер К просит у господина начальника разрешение явиться к нему и заранее принимает все условия. Землемер понимает, насколько велика его просьба, и если сочтут необходимым, могут установить то количество слов, которое будет разрешено произнести при переговорах. Он полагает, что сможет обойтись всего 10 словами. Ты должен все передать устно. Сразу же приходи с ответом. Мои сестры тебе кланяются. Твои сестры? А, помню. Может, я завтра к вам загляну? Кланяйся и ты от меня своим сестрицам. Хорошо. Посмел взломать сарай. Подайте сюда этого негодяя. Это я сделала, господин учитель. У меня другого выхода не было. Раз надо было с утра топить классы, значит, пришлось открыть сарай. Кто взломал дверь? Этот господин. Это этот господин, этот господин. Наши помощники просто дети. Им бы еще сидеть за партой. Ведь я сама вчера вечером открыла дверь топором. Значит, вы мне лгали. Я сейчас вас накажу. Но ведь они говорили правду. Значит, остается господин сторож. Тот самый сторож, который спокойно из трусости слушает, как за его мерзости несправедливо обвиняют других. Знаете что? Если бы вы моих помощников малость выпороли, я бы ничуть не пожалел. Вас, сторож? Я, разумеется, немедленно увольняю. Наказание для вас еще впереди. А теперь немедленно убирайтесь отсюда со всем вашим скарбом. А я с места не сдвинусь. Вы мой начальник, но место было предоставлено не вами, а господином старостой. И увольнение я приму только от него. Я в последний раз повторяю, вон отсюда! Вон отсюда. Вы уволены.
Пустите! Пустите нас! Пустите нас! Пустите! Ты на меня сердишься? Нет. Наверное, ты иначе не можешь. Ты была довольна жизнью в гостинице. Надо было тебя там оставить. Да, надо было оставить меня там. Я недостойна жить с тобой. Будь ты свободен от меня, ты бы мог достигнуть, чего хочешь. Из-за меня ты подчинился этому тирану-учителю, взял такую жалкую должность и стараешься изо всех сил добиться свидания с Кламом. Все из-за меня. А чем я тебе за это отплатила? Нет, все это мелочи. Меня они не задевают. И Клама я хочу видеть вовсе не из-за тебя, а сколько ты для меня сделала. Пока я тебя не знал, я тут блуждал, как в потемках. Никто меня не принимал, а кому я навязывался, сразу меня отваживал. Если же у кого-то я мог найти приют, так то были люди, от которых я сам бежал. Вроде семейства Варнавы. Ты бежал от них? Да. Это правда? Мне такую жизнь не вынести. Если хочешь со мной остаться, нам надо эмигрировать куда-нибудь. В Южную Францию. В Испанию. Эмигрировать? Это ж твоя родина. Пусть они уезжают. Здесь от Клама не продохнуть. Я оттого и хочу удрать отсюда, чтобы избавиться от него. Не Клам, а ты мне нужен. Разве ты до сих пор как-то связан с Кламом? Он зовет тебя? О Кламе ничего не знаю. Я сейчас говорю о других, о твоих помощниках. О помощниках? Разве они к тебе приставали? А ты ничего не заметил? Не заметил. Варнава еще не вернулся? Варнава скоро придет. Он никогда не остается ночевать в замке. Тогда я пойду. Может быть, подождешь Ольгу? К сожалению, у меня нет времени. Ты сегодня уже говорил с Ольгой? Нет. А что, у нее есть какое-то сообщение для меня? Всегда такая грустная, Амалия. Что тебя мучает? Значит, ты все-таки подождешь Ольгу? Зачем ты все время спрашиваешь одно и то же? Остаться я не могу. Меня дома ждет невеста.
Знает ли Ольга про обручение? Наверное, знает. Она будет очень несчастна. Мне кажется, она влюблена в тебя. Уверен, ты ошибаешься. Получение известия от Варнавы для тебя лишь предлог. Теперь иди к своей невесте. Я вижу, как ты торопишься. Амалия поручила мне все тебе рассказать. Да я и сама считаю, что тебе это будет знать полезно. Разве Фрида ничего тебе о нас не рассказывала? Только намеками, ничего определенного. Но при одном вашем имени она начинала волноваться. И хозяйка ничего не рассказывала? Нет, ничего. И никто не рассказывал? Никто. Остается один вопрос. Хочешь ли ты все знать? Почему ты спрашиваешь? Ты будешь с головой втянут в наши дела. Да рассказывай же скорее, не боюсь я ничего. В замке есть один важный чиновник. Его зовут Сартини. Года три назад я видела его первый и последний раз. Это было 3 июля, праздник пожарной команды. Наша семья была тогда окружена почетом. Мы с Амалией шли на праздник в своих лучших платьях. Собралось много народу из соседних деревень. От шума кружилась голова. Вот и все, что я запомнила про этот праздник. А на следующее утро нас разбудил крик Амалии. Она стояла у окна и держала в руках письмо. Его передал через окошко какой-то мужчина. Он ждал ответа. Я встала на колени и только успела прочесть, как Амалия разорвала письмо на клочки, бросила в лицо мужчине и захлопнула окошко. Письмо было от Сартини. Это было требование явиться к нему в гостиницу. Причем Амалия должна была это сделать немедленно, ведь Сартини уезжал через полчаса. Если бы Амалия пошла в гостиницу, я бы и тут оправдала ее. Но то, что она не пошла, я считаю ее геройством. Если бы я получила такое письмо, я отправилась бы туда непременно. Я не вынесла бы страха перед тем, что нам грозило. Поступок Амалии стал причиной того, что все стали нас презирать. Отца моментально уволили с работы. У него отобрали диплом пожарника. Постепенно мы все больше и больше стали ощущать нищету. Нам пришлось покинуть наш дом. Нам отвели вот эту хижину.
И как раз в это самое время усилилось презрение к нам. Нас исключили из всех слоев общества. Мы не могли так больше жить. Жизнь без всякой надежды стала невозможной. И мы начали каждый по-своему добиваться, чтобы в замке нас простили. Начал отец. Начались его бесчисленные походы к старости, секретарям, писарям, адвокатам. Обычно его нигде не принимали, а если удавалось лучшим или хитростью пробраться, то его тут же выставляли и не принимали уже никогда. Отец составил себе план. Встать неподалеку от замка, у дороги, где проезжают чиновники, и, если удастся, изложить свою просьбу о прощении. План был совсем неразумный. Разве может чиновник что-нибудь прощать? Он может лишь осуждать. Каждое утро в одно и то же время отец открывал двери и кивал нам на прощание, а вечером возвращался, промокший насквозь. По ночам он стонал от ревматической боли и утром иногда сомневался, идти ему или нет, но пересиливал себя и опять уходил. Мать цеплялась за него, стараясь не пускать. А он, напуганный тем, что ноги не слушались его, позволял ей идти вместе с ним. Тогда у нее тоже начались боли. Мы часто ходили к ним туда, носили еду и просто навещали. Уговаривали вернуться домой. Как часто заставали мы их, сгорбленных, прижавшихся друг к другу. А вокруг ничего, кроме снега и тумана. И нигде ни души. Одно утро отец не смог подняться с постели. Ноги не держали его. Он был безутешен. В каком-то полубреду ему казалось, что именно сейчас. Коляска останавливается у обочины, из нее выходит чиновник, ищет глазами отца и, с досадой кивая головой, снова садится в свою коляску. При этом отец так кричал, как будто хотел отсюда обратить на себя внимание и объяснить, что он отсутствует не по своей вине. Землемер здесь? Нет здесь никого. Уходите. На постели лежит. Правда, одетый, но мне кажется, что он дремлет.
Придется вам подождать. Когда проснется, он постучит. Обычно в деревне он спит, а проснувшись, тотчас же должен ехать в замок. Я сейчас вернусь. Чего ты от меня хочешь? Уходи к ним, ты же только что от них. Меня снова приняли на работу в буфет. Вышло даже так, что хозяину пришлось уговаривать меня вернуться. Сначала ты из-за меня ушла из буфета, а теперь перед самой нашей свадьбой ты опять туда возвращаешься? Свадьбы не будет. Это из-за того, что я тебе изменил? Послушай, Фрида, это несправедливые подозрения. Там младше мне, наверное, так же неприятно, как и тебе. Я стараюсь держаться с ней построже. Впрочем, трудно быть скромнее, чем она. Ну да. Самую бесстыжую из всех называть скромной. Скромная она или бесстыжая, давай забудем про нее. Я ее знать не хочу. Но зачем ты называешь ее скромной? Ты на себе это испробовал или хочешь, чтобы другие опустились до этого? Ни то, ни другое. Вообще, что ты бываешь в этой семье, для меня невыносимый позор. И еще ты убежал из школы, не сказав ни слова. И пробыл у них полночи. А когда за тобой посылают, ты позволяешь этим девицам отрицать, что ты у них. Да еще так настойчиво отрицать. Сегодня я хотел только на минуту зайти. Узнать, не вернулся ли наконец Варнава. Ведь он давным-давно должен был мне прислать важное известие. Он еще не вернулся, но должен был скоро появиться, вот и все. Больше об этом говорить не надо, зато о другом поговорить следует. Как насчет моих помощников, о которых мне упоминать так же противно, как тебе о том семействе. Ну да, он тут. Он лежит в моей постели. Неужели ты думаешь, что Иеремия посмел бы увести меня, пока он был у тебя на службе? Он тянулся ко мне, он мучился. Он меня подстерегал, но это была только игра. Так играет голодный пес, но на стол прыгнуть не смеет. И со мной было тоже. Меня к нему влекло. Но все это ничего не значило. Ничего не значило, пока Иеремия был связан службой, а я знала свои обязанности, как твоя будущая жена. Потом ты выгнал помощников, да еще гордился этим. Но Иеремия на службе. Боится, если хозяин хоть брови поведет, а вне службы он ничего не страшится. Он пришел и увел меня. Ты меня бросил, а он распорядился мной, и я не могла этому сопротивляться. Я не открывала двери школы. Он разбил окно и вытащил меня. Значит, все как будто в порядке. И мы, пожалуй, могли бы распрощаться. Уехали, мы могли бы жить где-нибудь в безопасности. И рука твоя была всегда бы рядом. Взять ее могла бы всегда. Как мне нужна твоя близость. Как с тех пор, что я тебя знаю, мне одиноко без твоей близости. Извините, если помешал, но я очень нездоров, так что мне простительно. Кажется, у меня жар, и меня надо напоить чаем, чтобы я пропотел. Но вы, господин землемер, не стесняйтесь меня. Пойдемте к нам в комнату. Посидите около больного и скажите Фриде все, что еще сказать не успели. Хватит. Когда двое привыкших друг к другу людей расходятся, им последние минуты столько надо сказать друг другу. Заходите, я буду лежать тихо. Хватит. У него жар, он сам не понимает, что говорит. Но ты не ходи за нами, очень тебя прошу. Эта комната моя, и Иеремия, вернее, только моя, и я запрещаю тебе входить туда.
Ты меня преследуешь. Зачем ты меня преследуешь? Никогда я к тебе больше не вернусь. Вы ничто. Вы чужой. Вы лишний. Вы всем мешаете. Представьте, чего вы в сущности требуете. Такой человек, как Клам, и вдруг должен разговаривать с вами. Никогда Клам с тобой не станет разговаривать. С самого начала я ему твержу, что у него нет никакой возможности попасть к Кламу на прием. Ну зачем Кламу читать ваш протокол? Зачем посвящать его во все ничтожные мелочи вашей жизни? Я в последний раз повторяю, вон отсюда! Кто тут? Землемер. Землемер. А я Бюргель, секретарь Фридриха. Знаете его? Нет. А вот он вас знает. Извините. Я спутал вашу дверь с другой. Ну, что ж делать? Посидеть тут немного. Часам к 5 у нас начинают вставать. Вам будет проще найти того, кто вас вызывал. Ну что вы так притихли, господин Землемер? Я очень устал. Здесь все устали. Взять меня, к примеру. Я и вчера, и сегодня провел немалую работу. Но совершенно исключено, что я сейчас усну. Я настолько привык к приему посетителей, что даже засыпаю легче, когда у меня тут сидят. Спите, пожалуйста, господин секретарь. Если вы не возражаете, я тоже немного вздремну. Ночью трудно полностью сохранить служебный характер процедуры. Невольно склоняешься ночью судить обо всем с более личной точки зрения. Слова посетителя приобретают больший вес, чем положено. А к служебным суждениям примешиваются совершенно излишние соображения насчет человеческих судеб, их бед, страданий. В результате чего необходимая граница между чиновником и допрашиваемым стирается. Человек, которого ты ни разу не видал, но которого постоянно ждал, который для тебя просто не существует. Он, этот проситель, сидит перед тобой и всем своим видом призывает тебя проникнуть в его жалкую жизнь, покопаться там и страдать вместе с ним от его тщетных притязаний. И призыв этот ночной тиши неотразим. Ты ему следуешь, и тут же перестаешь быть официальным лицом. А значит, ты не можешь долго отказывать в любой просьбе. Как разбойник в лесу, этот ночной проситель вымогает у тебя жертвы, на которые в обычное время ты был бы не способен. Все это так, пока он здесь, этот проситель, а потом он уйдет, получив свое. А ты останешься один с только что совершенным тобой служебным преступлением. Об этом подумать даже страшно. И все равно ты счастлив. Каким же самоубийственным может быть счастье? Нет ли здесь землемера? Да. Так пусть наконец идет сюда. Идите, чего вы ждете? Что вам здесь еще надо? Только не показывайте, что вы устали. Сил человеческих хватает до известного предела. Кто виноват, что именно этот предел играет решающую роль? Нет, никто не виноват. Жизнь сама себя расставляет по ходу действия. Так сохраняется равновесие. Это отличное, отличное устройство. Хотя, конечно, крайне неутешительное. Идите же! Кто знает, что вас там ждет? Здесь все возможно.
Правда, бывают возможности в некотором отношении слишком широкие. С ними даже справиться трудно. Бывают такие дела, которые рушатся сами по себе, а не от чего-то другого. Все это удивительно. Удивительно.